Предприятия сферы услуг приступили к работе по новым стандартам. Парикмахерские салоны красоты долго готовились к приему клиентов и постарались воплотить главные условия – соблюсти меры безопасности. Чтобы снять все возникшие вопросы, в Одинцове прошла онлайн-видеоконференция с участием представителя Одинцовского территориального отдела Роспотребнадзора. Мы требуем обязательно, что должна быть именно полная дезинфекция. Она называется заключительная дезинфекция. Как правило, если у вас есть возможность, вы можете провести ее самостоятельно, но, как правило, у вас такой возможности нет, потому что заключительная дезинфекция проводится с помощью гидропультов, методом орошения, очень большой процент концентрации дезинфицирующего средства и специальные средства защиты сотрудников, которые проводят эту дезинфекцию. Поэтому, как правило, этим занимается у нас в районе, это центр дезинфекции. Получить ответы на интересующие вопросы можно в телеграм-канале профессионала Одинцова. А для тех, кто смог подключиться к трансляции, была подготовлена презентация с пошаговой инструкцией по работе в новых условиях, а также все необходимые документации для Роспотребнадзора и других служб контроля. На территории Московской области действует постановление губернатора. Но могу сказать, мы видим то, что эти меры открытия идут зеркальные. Возможно, то, что и на территории Московской области также зеркально мы будем открывать, как и в Москве. Соблюдая все рекомендации и меры предосторожности, салоны парикмахерские смогут работать беспрепятственно, а посетители будут уверены в собственной безопасности. Екатерина Тулупова, телекомпания «Одинцова».